Пожалуйста, подойдите, сфотографируйте. Друзья, мы будем сейчас после фото продолжать пир. Кто еще чай не взял, подойдите, пожалуйста, возьмите чай и садитесь за свой столик. Семья Берли, пожалуйста, если вы здесь, слышите меня, вы можете подойти к микрофону.
Аргентин. Семья Бернича, пожалуйста, мы вас приглашаем, чтобы вы были спели для нас. Друзья, вы в это время садитесь за стол. Молодых мы отпустим, чтобы они вышли на улицу, пока там 5 минут мы побудем без вас. Мы будем продолжать общение. Пожалуйста. Thank you.
Всім гостям, які тут є,
Хай у вас будет вся гаразд у ваших родинках, у ваших стосунках, в сім'ї, з дітьми, з батьками і так далі. Ніна Тітлаєвна, Дарія Богдановна, зараз допомагайте, коли знаєте. Мало что вообще понятно.
Я понимаю вас, но простите. Это вы стоите там, друзья, чтобы вам не было видно, что они будут писать. Итак, мы просто проведем тест на знание друг друга. Хорошо? Так, вас шестеро. Давайте доску, чтобы было видно. Братья, немножко сюда, но надо смотреть. Антон, поставь доску, чтобы вы не видели. Наоборот, сестры. На мне видеть. Итак, знание друг друга. Насколько вы за ваши годы совместной жизни хорошо знаете друг друга? Хорошо? Вначале будут вопросы о муже, потом о жене. Сколько лет, кстати, в браке с Светланой? 13 будет, 10 будет, почти 5, 26, почти 10. Хорошо. Итак, вопросы о муже. Я читаю вопрос. Нет, так как маркирую сосков, давайте о них начнем. Когда я прочитаю вопрос, будет три варианта ответа. Знаете что? Станьте так, как жены стоят по порядку. Станьте так же. Если Лена там, потом Толик, дядя Виталик, Виталик, Гриша и Виталик. Все. Следы начинаем по порядку. Я читаю вопрос и три варианта ответа. Какой вариант ваш, сестры, пишешь? Номер один, два или три. Ты подходишь рядочка? Написал. Один. Ваш номер. Хорошо. Последний, кто потом сотрет. И когда я скажу ответ, давайте называть, какой ваш вариант. Хорошо? Итак, вопрос о жене. Кто знает все семейные даты в вашей семье? Первое. Жена. Второй – муж. Третий вариант – оба. Пиши. Кто знает все семейные даты вашей семьи? Жена, муж или оба? Не надо только показывать, что муж я знаю. Быстренько подходимся, чтобы нам не тянуть. Пишите. Подходите, тетя Даня, следующая. Подходите, тетя Даня, сразу, чтобы у нас быстро шло. Пишите. Катюшка, подходи, пиши номер. Там три варианта всего. Жена, муж, оба. Хорошо, Антошек, вас. Это правильный ответ. Неправильно, первый, жена. Толик, неправильно. Вообще, четвертый, а там три варианта. Я начинаю с того четыре. Начали идти. Да, Виталик. Нет, третий, оба. Нет, один. Нет, один. Третий, правильно, совпало. Следующий вопрос. Следующий вопрос. При наличии денег ваша жена в первую очередь посетит какой магазин? Вариант один. Вариант два. Вещевой. Третий – бытовая техника. Первый – ювелирный, второй – пищевой, третий – бытовая техника. Антошек? Правильно, Толик. Правильно. 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 Молодцы. Знаете, где ваши слова деньги тратят? Вопрос следующий. Леночка, сестры, кто может стирать? Вопрос третий. У вас 2 часа свободного времени вечера. Ваша жена предпочтет. Первое. Прогулку на улице. Второе. Сделаем вкусный десерт, и вы проведете время в беседе. Третье, почитает книгу в тишине. Пишет все. У вас 2 часа свободного времени вечера. Прогулка по улице. Вкусный десерт. Почитает книгу в тишине. Итак, Антошек. Правильно, Толик. Правильно.
Нет, первый. Правильно. Нет, один. Первый. Нет, первый. Почаще гуляю. Заелся ты за беседу. Следующий вопрос. Для романтического путешествия ваша жена выберет поездку в Париж, в Венецию, на острова. Пишите, собственно. Париж, Венеция или на острова. Ну, при наличии. Так что дела. Да. Или остров Павлов. Антоши? Так, два, правильно. 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 Нет, второй. Венецию повезешь, хочу. Гриша? Правильно. Нет, второй. Тоже Венеция. Вопрос следующий. На выходные ваша жена предпочла бы, первое, ходить по магазинам. Второе. Пригласить гостей или сходить в гости. Третье. Оставьте меня в покое. Да, первое. Ходить по магазинам. Второе. На выходных это. Пригласить гостей или сходить в гости. И третье. Оставьте меня в покое. Первое. Ходить по магазинам. Нет, оставьте меня в покое. Второе. 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 Я тебе подсказал. Второе. 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 Первое. Там тоже. Идите в гости. Хорошо, следующий вопрос. Какой жанр фильмов больше нравится вашей жене из перечисленных? Комедия, мелодрама, исторические? Судя Таня, можете подходить, чтобы у нас быстрее было вопросов много, чтобы было интереснее, не знаю. Антошек. Правильно. Нет, первое. Хватит мелодрам, надо бы посмеяться. Первое. Третье. Первое. Нет. Нет, первое. Нет, один. Следующий вопрос. На завтрак в субботу ваша жена приготовит. Ну, выходной день. Может, это ваш день другой, но я имею в виду выходной день. В субботу на завтрак жена приготовит горячие бутерброды, блинчики или оладьи, омлет или что-то из яиц. Первое, горячие бутерброды, блинчики или оладьи. Второе, омлет или что-то из яиц. Пишите по числу. Ленчики рядом, поставь число. Первое, бутерброды горячие, второе, блинчики для лаги, третье, что-то из яиц. Итак, Антоша. Да, муж приготовит горячие бутерброды. Толик. Третье, правильно. Итак, нет, третье. Первое, правильно. Да, один, два, три, написали. Гриша, ну, правильно. Хорошо, следующее. В день 8 марта ваша жена предпочла бы получить от вас подарок. Первое. Букет цветов. Сестры, запоминайте. Букет цветов. Первое. Второе. Открытку и небольшую сумму денег. Третье. Какой-нибудь подарочек. Thank you.
А может, правильно, Толя? Нет, первый. И правильно. Да. Гриша. Третий. Виталик. Ты правильно. Следующий вопрос. 10 лет вы тяжело работали. И копили деньги. Ваша жена предпочтет сделать ремонт. Второе. Съездить в отпуск. Третье. Поменять мебель. Первое. Сделать ремонт. Второе. Съездить в отпуск. Третье. Поменять мебель. Антоша. Правильно, Гриша. Второе. Правильно. Нет, второе. Давно в отпуске не были. Второе. Правильно. Правильно. Братья, пора вести в отпуск. Заработались. Следующее. Вашей жене больше нравятся цветы. Первое. На клумбе. Второе. Срезанные в вазе. Третье. Живые в горшке. Первое. На клумбе. Второе. Срезанные вазы. Третье. Живые в горшке. Антошек? Да, правильно. Правильно. Нет, третье. Далее. Правильно. Второе. Нет, второе. Правильно. Второе. Следующий вопрос. Вы плохо себя чувствуете. Болит голова, вам тошнит, у вас температура, болит живот. Ваша жена. Первое. Даст вам таблетки. Второе. Обратиться к доктору. Третье. Попытается оказать помощь народными средствами. Друзья, вам так слышно? Звук четкий, да, Петя? Хорошо, Антоша. Правильно, Толик. Это номер? Нет, второе. Я Виталик. Нет, третье. Нет, первое. Первое, правильно. Нет, первое. Братья, наверное, мало болеют. Хорошо. Следующее. К вам нежданно заглянули гости. У вас ничего нет, чтобы их покормить. Ваша жена. Первое. Отправит вас в магазин. Второе. Приготовить что-то из того, что есть в доме. Третье. Извиниться и общение пройдет без принятия пищи. Так, Антошек, правильно, правильно, второе, правильно, первое, правильно, нет, первое. Хорошо. Следующий, последний вопрос о животных. Что, братья, чего или что больше всего боится ваша жизнь из перечисленного? Первое, темноты, второе. Насекомых. Третье. Высоты. Больше всего из трех. Первое. Темноты. Третье. Второе. Насекомых. Третье. Высоты. Антошек. Нет, второе. Правильно. Третье. Правильно. Ничего не боится. Правильно. Теперь меняйтесь местами. Идите туда в таком же порядке. Партия, дорогие братья. В таком же порядке станьте, кто стоял. Братья, Мартин, берите, только быстро пишем, чтобы время оно не тянуть.
Будем быстро. Первый вопрос, сестры, о муже. Какой тип машины больше предпочитает ваш муж из перечисленных? Первое – микроавтобус, вторая – спортивная, третья – джип. Первая микроавтобус, вторая спортивная, третья джип. Девочка, два. Правильно. Правильно. Нет, первая. Первая. Правильно. Правильно. Следующий вопрос. При наличии... Нет, это не тот. В жаркий день ваш муж захочет выпить. Первое. Простую воду. Второе. Квас. Третье. Компот. Первая вода, второе квас, третье компот. Леночка, один номер написан. Нет, три. А компот? Нет, два. Один правильно, 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 правильно. Хорошо. На что? Следующий вопрос. На что из перечисленного ваш муж не решится? Первое. Прыжок с парашюта. Третье. Второе. Погружение с акваланга. Третье. Пробежать марафон. На что точно не решится из перечисленного? Братья, быстрее. По очереди, чтобы я знал, где еще. Хорошо. Леночка. Правильно. Нет, есть одно, правильно. Правильно, нет, второе. Правильно, правильно, правильно. Молодцы. Вы приглашены на торжественный вечер. Ваш муж оденет. Первое. Джинсы и футболку. Второе. Костюм. Третье. Брюки и рубашку. Вы приглашены на торжественный вечер. Муж одеет джинсы и футболку, костюм или брюки и рубашку. Леночка, правильно, правильно. Нет, второе. Правильно, правильно, правильно. Молодцы. Если мужу представится возможность выбирать отдых для двоих, он выберет. Первое. Отдых в горах. Второе. Отдых на море. Третье. Отдых в одном из любимых городов. Быстрее пишите. Нет, ну пишите цифру. Если вам представится возможность выбирать отдых. Первое. В горах. Второе. На море. Третье. В одном из любимых городов. Леночка. Правильно. Нет, два. 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 Нет, два. Один. Хорошо. Дальше. На выходные ваш муж предпочел бы. Первое. Рыбалку. Второе. Шашлык на природе с друзьями. Третье. Поездку на дачу с семьей. Первое. Рыбалка. Второе. Шашлык на природе с друзьями. Третье. Поездку на дачу с семьей. Ну или же просто время с семьей там отдельно отдельно. Леночка. Стоп. Цифру. Два. Леночка. Два правильно. Нет, второе. Да. Правильно. Правильно. Хорошо. Молодцы. Все любят шашлык. У мужа заглохла машина. Он, первое, попытается отремонтировать сам. Второе, вызовет сервис. Третье, обратится за помощью к другу. Первое, попытается сам. Второе, вызовет сервис. Третье, обратится за помощью к другу. Цифру. Два, нет, три. Нет, три. А, тоже ты не писал, не писал, писал. Нет, или Таня. Правильно, правильно. Фамилию разводить. Третье. Нет, первое. Следующий вопрос. Из данных видов спорта ваш муж предпочитает. Первое. Бокс. Второе. Хоккей.
третье, формула 1. Я специально его не поставлю, потому что все футбол. Из данных видов спорта. Первое – бокс, второе – хоккей, третье – формула 1. Первое – правильно. Нет, первое – перетание. Нет, третье – да, правильно. Правильно. Хорошо. На обед ваш муж предпочитает. Первое – борщ и пампушки с чесноком. Второе – куриный бульон с гренками. Третье. Уха с хлебом. Первое. Больше пампушки. Второе. Куриный бульон с гренками. Третье. Уха с хлебом. Леночка. Первое. Больше. Второе. Куриный бульон. Третье. Уха. Два. Правильно. Нет. Второе. Первое. Правильно. 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 Следующее. У вас вечер. Ваш муж предпочтет. Первое. Посмотреть телевизор. Второе. Сделать работу по дому. Третье. Уйдет в гараж. Уйдет в гараж. Первое. Посмотрит телевизор, сделает работу по дому или уйдет в гараж. Правильно? Нет, первое. Первое. Правильно. 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 Следующее. Вашему мужу нужен совет. Он, первое, он спросит у вас. Второе, поищет в Google. Третье, спросит у старших. Братья, пишем.